самый абсурд и сюр в том, что, внимание, нет, это как бы то ни было смешно, это тот самый запланированный, действительно запланированный отпуск, и подтверждение тому есть во влоге, где мы отвечаем на вопросы, которые нам задают подписчики, и там мы сказали, что мы готовы поехать отдыхать с маленьким ребенком. На тот момент мы уже знали, во-первых, пол ребенка, во-вторых, мы запланировали еще... Когда я начала снимать влоги, они начали заходить, мы решили, что когда родится малышок, мы соберем его и поедем вместе снимать влоги про то, как мы путешествуем нашей семьей. Планы были немного другие, мы планировали поехать в отпуск в мае в Хорватию, но так как малышок родился чуть-чуть желтушная, я не знаю, наверное, родители не хотят об этом говорить, я спокойно об этом говорю, что она родилась чуть-чуть желтушная, ей нужно витамин D и йод, мы решили уехать пораньше. В Хорватии еще очень холодно, и мы поэтому поехали в Турцию, потому что здесь есть знакомые, которые знают, как тут все устроено, и мы просто сюда поехали чуть раньше, а потом планы будут дальше путешествовать на лето. Пока я в отъезде, мне важно, чтобы близкие оставались со мной на связи при любых обстоятельствах. Поэтому я подключила близких к своему тарифу. Я могу решать заранее сама гигабайты, минуты, сколько их нужно, чтобы мой и пакет близких никогда не закончился. Теперь мне нужно забивать голову мучительными выборами пакета тарифа, потому что это уже сделала я. Я довольно быстро настроила все пакеты, примерно понимая, кто что предпочитает. Кому-то нужен интернет, кому-то минуты, кому-то... СМС. А подключить можно до 5 номеров к одному главному. Класс. Помимо простого и легкого подключения, есть еще и бонусы. Это бесплатные звонки и СМС между подключенными людьми к пакету. То есть, связываясь друг с другом, никто из нас не тратит свои минуты, которые можно воспользовать на сторонних людей. Мы перезваниваемся между друг другом бесплатно. И при отрицательном балансе. И, конечно, единый пакет позволяет всем экономить на связи. Так что, если у вас есть близкий круг общения, который должен быть всегда с вами на связи, советую перейти по ссылке внизу и подключить себя и своих близких к этому шикарному пакету от Beeline. Ознакомьтесь с предложением поподробнее и начинайте выгодно общаться. 20 минут назад вышла новость о том, что турецкое небо для российских самолетов закрыто. Поэтому все рейсы отложены. Ну, угадайте, кто в первый раз в жизни из 10 вариантов выбрал один, единственный, который летит, который просто турецкая авиакомпания, не объединенная с российской, и поэтому этот рейс летит на данный час времени. Маленькая булочка! Приехала в какое-то потрясающее место, которое, если бы был ей хотя бы годик, она бы обалдела. Это Вива Егоровна, ей всего лишь месяц, но она уже пьет джюс. Смотрите, какой тут туалет. Как удобно. Впервые сейчас воспользуюсь этой штуковиной. Выпит. Остались легкие нотки в памяти. Очень хочется не стесняться и показать вам мое ужасное тело до. Вы готовы? Если что, начинайте пролистывать прямо сейчас. 3, 2, 1. Причина, почему я ношу вот такие платья, как бы. Вы видели ее на предыдущем кадре. Знакомьтесь, это мой зал. Выглядит элитно. Запомните, пожалуйста, вот эту картину.
да? Запомнили? Сейчас я расскажу. На самом деле, я бы его охарактеризовала, наверное, как, знаете, московский такой X-Fit. Это типа люкс, местный люкс. Видели вот это брошенное платье на скамейке? Это у меня стал отключаться мозг. У меня этого не было во время беременности. Это произошло после родов. У меня просто вот так пропадает память. То есть я подошла, я разделась, переоделась, положила сумку, такая, что-то не хватает в шкафчике. И я выхожу с тренировки, и я вижу просто платье, брошенное на скамейке. Я не помнила о нем. Итак, сегодня вторая тренировка уже, она происходит на следующий день. Я хочу показать некоторые моментики, которые происходят. Я прочитала много статей, и вот. Это мой тренер. Тренируюсь я вот на такой штуковине. Выглядит как качели на мистера Грея, если честно. Это я, это мой целлюлит. Всем пиз. Смотрите, какая красота. Правда, не похоже, что мы в Турции где-то. Мы где-то на Бали. Это как Хакатик он называет. У нас тут встреча. Бизнес по-турецки. Мы ждем уже час человека, который сам назначил встречу в 15:30. Он не отвечает на звонки. Он ответил только, когда Егор позвонил по телефону. И сказал, ну да, еще 5 минут. Ну, Катя, кстати, вкусно. Смотрите, какая запрещеночка. Видали, а? У вас такой нету. Видали, а? Видали? 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 Ладно, конечно, шучу, утрирую. Но тем не менее. Зовите меня теперь так. Жифи Марьям. Короче, встретились мы с человеком, который передал нам посылку буквально на бегу, такой, да-да, все, давайте, я побежал дальше. Чел, мы тебя ждали час. Полтора. Ну да ладно. В общем, меня удивляет, не удивляет, а у меня такая реакция, это потому что это здесь очень маленький город, да, здесь он такой на море, здесь это, все на релаксе, на спокойном. И когда ты приезжаешь после мегаполиса, это, конечно же, тебя... пугает, наверное, так можно сказать. Боже, я снимаю с пальмами, у меня такая красивая картинка, я буду где-то в Майами еду. Майами. Сегодня спрашивает меня тренер, говорит, вы сидите на диете? Я говорю, да. Моя диета. Знаете, кто-то это лучший отец года. Самый ответственный человек на свете. Мы продолжаем офигевать от количества разных машин, приезжающих сюда. Тут очень прикольная мойка машин. Не знаю, почему меня это прикалывает. Здесь даже самые простые базовые машины, потому что в основном местные ездят на дом. Ford Mondeo, Solaris, Citroen, какую-нибудь неисекувых названиях Renault. Они все чистые. У нас такие машины никогда не бывают чистыми в основном. Потому что, ну, типа, зачем у нас их мыть? Это экономичная машина, их кто-то покупает. Экономичные машины не для того, чтобы их отполировать, а здесь местные очень следят за своими автомобилями. Большинство и преимущественно это мойки самообслуживания на заправках. И они всегда загружены, местные всегда чистят свои машины. Они всегда какие-то, прям на них пыли нету, хотя тут пыльно. И это прям вообще вдохновляет, впечатляет, воодушевляет. Прелестно, просто прелестно. Итак, наш ужин. У меня сибас на гриле, который стоит 145 лир на сегодняшний день. Это вот столько. У Егора бургер, который стоит 85 лир. Вид бесценен. Всем привет. У нас утро. Я начала узнавать бутылку. Это что такое?
Это бутылочка твоя? Это бутылочка твоя? На. Произошла замена внешнего вида. Ой. А Евчик не хочет держать бутылку сама. Вообще никак. Хочу вам показать, какая у меня стюмчик на 3 месяца. Трещит по швам. Давай, Ге. Вот оно твое Ге. Смачного тебе, моя малышка. Мы обнаружили, что у нее есть 2 любимые картиночки. Угу. Это Му и Бе. Вот из всех животных Му и Бе ее самые фавориты. Малыш, а ну-ка обрати внимание. Твои друзья. Какие друзья? Ты моя подружка, самая главная подружка. Да. Блин, ну ты кокетка, конечно. Как вкусно. А Вивчик будет? Да? Очень вкусно. Будешь? Будешь? Садись, Пять. Когда наконец-то спустя 3 часа, 2,5 дали снова еды. Класс, супер жизнь. Тебе что-то плохое приснилось? Ты так расстроилась, начала плакать во сне. Тебе что же, какие-то сны снятся? Серьезные? Ты какие-то проблемы решаешь? Легко срыгнула. Чуть-чуть воздуха лишнего. Все, пообедала, теперь спать. Детство мечты. Вон море. Это Sea View, чтобы вы понимали. Sea View. Угу. Особенный тип удовольствия – это Ивчик, который я только что поела грудью. Готова? Просто посмотрите на этого кайфарика. Ля ты балдёж. Мне в голову втемяшилось, что я хочу дурум. Я загуглила, это первое место, которое открылось. Мы решили в него прийти, и тут вот так вот. Я заодна на главном бульваре, поэтому я думаю, что это вполне себе нормальное местечко. Ничего себе, какое принесли удовольствие для некоторых мест. Значит, дурум размера L. Ну не L. Мясо мясное, жесткое, натурально, вкусно. Ставлю на 7 из 10. Я смеялась, мы поворачиваемся, она тоже ест и смеется. Ты смеешься? Ну-ка, давай попробуем. Какая ненавязчивая улыбочка. Конечно, машина потрясающая. Смотрится в природе и в чистоте. Егор нашел баночку Нутеллы для Вивчика. Не, ну для меня это я уже сказала, что он для Вивчика. Hello and welcome, как говорит моя подружка Даша Карикова. Мы с вами поехали в Анталию по причине того, что Авивчик у нас душная мадам. И поэтому она кушает только одну смесь. В Алании этой смеси я не нашла. Интернет заказами пользоваться я еще не научилась, поэтому поехали в Анталию для того, чтобы найти там питание в большом магазине детском, который называется Ебебек. И там еще посмотреть бутылочку стеклянную для того, чтобы в ней водичка нагревалась, потому что моя материнская душность решила, что очень, наверное, плохо, когда в нагревателе воды для
бутылочек для смеси стоит пластиковая бутылка. Наверное, выделяется микропластик, но это просто я додумала так. И, наверное, стоит поставить стеклянную бутылочку, в которой будет греться вода. Мне так будет спокойнее. Потом нужно купить еще, найти памперсы, потому что, опять же, в Алании я увидела только 3 бренда памперсов, которые не подходят. Ну, она не нормальная, но вдруг еще какие-то есть. И еще нужно купить подстаканник для коляски, возможно, адаптеры для кресла и, возможно, зонтик для ее. Вот такие вот. Такой вот список покупок. Ну и просто посмотреть, что там в Анталии, потому что Аланию мы уже облазили достаточно. Теперь хочется посмотреть, что в Анталии, чтобы понять, какое там наличие чего, какие продукты там есть, какие товары там есть, и понять, насколько нам нравится это место, насколько оно нам подходит, потому что мы привыкшие к не то, что к какой-то инфраструктуре, мы привыкшие к тому, что можно найти абсолютно все, абсолютно везде. И сейчас психологически немножко тяжело, когда ты заходишь в магазин и видишь, что есть только 2 типа смеси, 3 типа подгузников. Это неплохо, но почему бы не увидеть еще, если есть такая возможность, правильно? Чё зря машину гнали, что ли? Вещи, которые меня мотивируют. Мне очень понравилась эта кофта, она из такого, знаете, очень плотного материала, и я бы очень хотела ее носить вместе с леггинсами, заниматься спортом, но очевидно, что на мне это будет сейчас выглядеть очень смешно. А вот это еще круче, божечки. Нам это надо. Какая красота. Это все очень классно. Мне почему-то очень это хочется носить. И я очень хочу это носить. Очень хочу это носить. 1000 рублей. Ой. Вот он магазин, в который мы ехали. Название просто топ. Погодка, значит. Вот такая. It's not sunshine. No. No sunshine. Легкие капли дождя, прохладный ветер и тучи. Приятно. 17 лир. Вот такой боди. 17 лир. Все умножаем на 5, это будут рубли. Кроватка. 1000 лир. Если вы собираетесь в Турцию с ребенком, одежду можете на него не брать. Здесь огромный выбор стульчиков, огромный выбор колясок, чтобы вы понимали, просто масштабы. Кроваток, качелей, автокресел. Цены здесь очень-очень-очень-очень приличные, ну, в плане очень адекватные. Короче, забудьте про то, что я вам говорила, что все есть, ничего нет. Например, мне нужен корсет новый, потому что мой мне велик уже, я худею потихоньку. И как бы тут есть либо очень маленький, либо очень большой в наличии. Ну, то есть, естественно, пролетаем. Для коляски нашей, для ее ничего нет. Опять же, пролет. И так совсем потихонечку пролетаешь. То есть мы ехали в самый большой магазин, а по итогу здесь ничего нету, кроме памперсов. Даже питания нету, которое мне нужно. Итак, наш шопинг. Нифига, того, то, что мне было нужно, мы не нашли, но тем не менее. Мы взяли 2 упаковки памперсов, бутылку Авен стеклянную, держатель для соски, напитки для кормящих матерей, потому что в Турции тема, в принципе, беременности и кормления всего на свете, она по-другому трактуется, не так, как у нас. Это будет интересно, я расскажу об этом в следующем блоге и попробую эти все напитки для кормящих матерей, которые я взяла. Если вы хотите, чтобы я это сделала прямо во влоге, напишите в комментариях, пожалуйста. Короче, за все мы отдали 480 лир. Тем временем в Москве сейчас одна упаковка памперса столько стоит. Хорошо, 2. Выгодно, дешево, комфортно, приятные ценники. Вот, кстати, как выглядит мол снаружи. Он просто огромный. И он там есть и бегает. Итак, дорогие друзья, зайдем в санкционочку. Ну, давайте окинем небольшим взглядом летнюю коллекцию прекрасного магазина H&M. Такого всеми нами горячо любимого. Ой, хорошенького, прекрасного. Хорошая штучка. В этом сезоне H&M на моей стороне.
Он понимает, что у меня огромный живот, который ни во что не влезает, и разделяет эту боль большими платьями без акцентной талии. Обожаю носить, кстати, на пляж всякие... Ой, что за качество? Ёшкин дрын, подождите-ка, подождите-ка, тенсел. Ё-моё, это просто... Это отлёт. Это просто отлёт. Потрясающий материал. Обожаю такое носить на пляж. Во-первых, потому что не жарко. Во-вторых, потому что это выглядит очень достойно на пляже. То есть ты выглядишь как такой, типа, миллион долларов. Бэйби. О, кстати, леггинсы. У меня такие были во время беременности, спрашивали, откуда они. Они из магазина, которого больше нет в России. Приятно. Короче, рубашка такая на пляж. Это просто супер. Посмотрите, сколько их. Это реально. H&M для рожавших. Нет, ну вы просто гляньте. Ну это же роскошь бутиков. Оп, надела и как будто не рожала. Ставлю класс. Я знала, что эту панамку сделают. Я очень хотела купить эту панамку Jacquemus, но ее, конечно же, раскупили. Ее не было, и поэтому нет Jacquemus, есть Эйчик. Что скажете? Это что? Сумка для чипсов Ивлеевой? Сумка для чипсов Ивлеевой поменьше? Немножко расстраиваюсь, потому что, что бы я ни примерила, я в этом выгляжу как кормящая мать. Приятный кадр, чтобы сказать вам доброе утро. Мы сегодня хотели поехать найти Авивчику смесь в аптеке купить все-таки. Боже, я такая неправильная пляжница в черной кофте длинной и без укрытой головы по фразе дня. Хотели поехать Авивчику смесь найти, но мы забыли, что сейчас мало того, что воскресенье, еще и Рамадан начался. Рамазан, то есть как называется. Рамазан. И не работает вообще все. И поэтому работает одна дежурная аптека, и никакой смеси речи быть не может. Мы впервые приехали на море, представляете? Впервые близко подойдем сейчас к морю. Ну, народ купается, хочу вам сказать. Прямо купается. Вон он, сын. У нас происходит прекрасный процесс обучения, управления прекрасной птицей. Правда, на нашу птицу нападают другие птицы. Вот такие вот. Ну ничего, мы научимся. Я просто очень хочу создавать красивый контент во влогах и передавать атмосферу через дрон. Потому что я просто с ума схожу, когда я вижу, как уже две птицы его атакуют. Я просто с ума схожу, когда я вижу красивые картинки с дрона у того же Птушкина. Конечно, где мои беременные влоги, да, где влоги Птушкина, абсолютно разный контент, но тем не менее, как передается атмосфера, я с ума схожу. Просто! Так, наш малыш съел 1.5 деления зарядки, хотя в отзывах было сказано, что у них очень плохо держится зарядка. В наборе идут 3 аккумулятора, и поэтому можно, ну, достаточно неплохо поснимать контент. Еще 4К. Сейчас вышел какой-то обновленный. И в нем нету 4К. Ну, то есть он мини настолько, что он снимает 30 кадров в секунду. Мы решили взять все-таки мини 2. То есть модель, которая уже снята с производства. Это гармония, это team building, это team work, you know? Пока мой дорогой, любимый, единственный мужчина снимает мне контент, я ему наливаю пиво. И как сказала Энн Хэтуэй в сериале We Crashed, успех женщины в том, чтобы раскрыть своего мужчину. Так вот, я своего мужчину раскрываю на то, что он снимает мне контент в мой YouTube. Зовите меня, предприниматель. Какой прекрасный салат с овощей и салмон грил. Вот с таким вот видом.
такой огромный тутовник. У меня просто отвал башки. Боже. А вот абрикосы. А вон там закат красивый, как будто в Майами где-то. Маш, как дела? Родила. Я сейчас лежу от родительских. Извини, ее блюет. Что поела, я забыла. Вот, она набрала.